Бабушка, теперь я одна. А где твоя сестра? Мама ушла, забрав ее. Бабушка! Ты видел мою внучку? Можешь написать ей письмо? Скажи, что ты всегда хотел дружить с ней. Зачем? Хочу создать ей друга, хоть и ложного. Напишем твое имя? Ой, не хочу. Он выглядит умным, хорошим и красивым. Намдо-сан? А он красивый. Используем его имя. Папа, 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 папа! Я получила любовное письмо! Ты хвасталась о нем годами, как я могла забыть об этом? Только не говори мне, что у вас все еще платонические отношения, или как там это называется. Возьми с собой Досана. А зачем? Я бы хотела познакомиться с ним. Бабушка, по поводу Досана. Опять ты о нем. Уже 15 лет прошло. Я собираюсь найти Досана. Возможно, он потерял к тебе интерес. Тогда я попрошу его провести со мной всего один день. Можешь найти для меня одного человека? Конечно. Кого вы ищете? Ты помнишь Намдо-сана? Он же выдуманный. Как я смогу его найти? Намдо-сан? Если вам нужно доказательство, я отправлю больше фотографий. Вы встречаетесь с Содальми, верно? Да. Содальми? Я никогда не получал этих писем. Этот мужчина писал ей, притворяясь Досаном. Он хочет, чтобы Досан встретился здесь с Дальми, выглядя как крутой чувак. Долго ждала? Очень долго. А, да, это Досан, мой парень. Возьми мою машину, отвези Содальми домой. Будь милым. После этого найди оправдание и уезжай. Вы плачешь? Просто поехали, пожалуйста. Спрашивать не собираешься? О чем? Причина, по которой я вдруг попросила тебя прийти... Я хочу знать о тебе. Все. Твоя девушка... У меня нет девушки. И никогда не было. Аналогично. Я тоже ни с кем не встречалась. Он потрясающе выглядит в костюме. Мое сердце замерло. Ты – решение всех моих проблем. Я, как и ты, собираюсь основать компанию. Как и я? Все становится только хуже. Это девушка Содальми. Она тебе нравится? Да. Намдо-сан. Что? Я сережку уронила. Я тоже, то есть... Где твоя машина? Машина? Я ночевал у Чоль-сана. И поэтому я в такой неряшливой одежде. До сих пор ты выглядел так идеально, что мне было не по себе. Ты помнишь, как писал мне о своем желании? Желание? Твоя рука. Пожалуйста, скажи, что тебе во мне нравится. Ты моя первая любовь? Это не я. Твои письма? Это тоже не я. И еще у тебя красивые большие руки. Наймешь меня на должность генерального директора? Сам Сантек. У нас есть результат? Больше 99,8%. Дальми, ты плачешь? Спасибо тебе огромное. Было заметно, что я нервничала? Нет, ты была великолепна. Дальми. О, Досан. Мы... прошли. Сегодня я хочу рассказать Дальми всю правду. По поводу писем? Да. Мы должны всегда оставаться командой, что бы ни случилось. Я знала, что рано или поздно мы встретимся. Она каждый день говорила о тебе. Ее глаза сверкают, как бриллианты, когда она говорит о тебе. Всем этим я обязана тебе, Досан. Я стану более влиятельным, чем Вон Ду-Джон. Так что забудь об этом проекте и... Сегодня ты полностью меня поддержал.
всего. Я никогда этого не забуду. Ты — это вон та звезда. Неподвижная звезда, которая намного больше Луны. Как вы узнали об этом месте? Кто вы такой на самом деле? Ты ведь знаешь, что место, где мы оставляли друг другу письма 15 лет назад? Где это место? Дальми, это... И почему здесь господин Хан, а не ты? Кто писал эти письма? Моя бабушка попросила меня об одолжении. Я случайно увидел это имя в газетной статье. Просто имя из статьи? Значит, он был совершенно чужим. И я попросил его стать нам Досаном из писем. Было весело наблюдать, как я волнуюсь. Было весело? Осознание того, что я этого не заслуживаю, разрывало меня на части. Если ты запуталась в своих чувствах ко мне, давай все забудем. Я не хочу, чтобы ты страдала из-за этого. Сегодня твой день рождения, ты забыл? А вылетел из головы. Еще бы. Неужели ты не понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать? Да понимаю я все. Я бы поехала. Я не хочу. Вот почему я старалась закончить все красиво в том милом месте. Ты расстаешься со мной? Кажется, его контракт был на 3 года или что-то типа того. 3 года спустя. Это я, Досан. Ты в порядке? Я могу добраться за 20 минут, так что не волнуйся, подожди меня. Когда ты вернулся? Около недели назад. Ты здесь надолго? Нет, я в отпуске. Давно я не испытывал таких острых ощущений. Я сказал ему кое-что, чтобы помешать прийти к тебе. Ты еще можешь его догнать. Все равно возвращается в США. Наши отношения закончились 3 года назад. И снова приглядись к Дальми. Когда ты поймешь, что на самом деле ей нравится. Почему я тебе нравлюсь? Разве нужна какая-то причина? Просто потому, что это ты. I can't fix it myself.